Хотел вам прикольную фишку показать. Тут товарищ оставил кайт проверить, он где-то сдувает. В общем, я его накачал, воду засунул, там видно, откуда идут пузырьки. И когда я достал баллон, чтобы посмотреть, где же все-таки отверстие заклеить, обнаружилось, что там довольно крупные вот такие кристаллы соли. Ну, видимо, соль попала, как, ну, вода соленая попала, высохла, кристаллы остались. В общем-то, это не ужас-ужас, ничего страшного, но там прям катаются эти кубики соляные, и если на кайт в сдутом состоянии наступить или положить что-то тяжелое, конечно, они баллон прокалывают, поэтому надо их оттуда убрать. Тоже ничего страшного и ничего сложного, я сейчас налью в него воды пресной, вся соль растворится, вылью воду, и, в общем-то, все. Открываем воду. Через дефлейт наливаем в кайт побольше воды. Вы не переживайте, ничего с ним страшного не происходит при этом. Подумаешь. Она довольно быстро потом высыхает. Ну, нужно ее будет слить, чтобы лишняя вода не болталась в баллоне и не заваливала кайт в какую-нибудь одну сторону. Ну, правда, если там останется пару капель, никак не сказывается на управлении. Они довольно быстро высыхают. Так что нормальная процедура. Если вдруг у вас получится так, что вот где-то вас спасали на лодке далеко от берега, открыли дефлейт и туда попала соленая вода, ну ничего страшного. Промойте потом пресной, и все окей. Теперь от середины вот так сговняем ее в один край. Надо же всю соль там растворить, можно вот так поболтать, чтобы кристаллы соли в воде растворили. Теперь гоним ее, просто поднимаем один край, гоним ее к середине и дальше ко второму краю. Вот, и теперь, чтобы ее из кайта вылить, мы поднимаем оба края, изгоняем воду к середину, из отверстия выливаем, все довольно просто. Ничего ужасно сложного. Вот так все через дефлейт выливаем. Да и все, и вся соль вымылась. Дальше надо будет просто отверстие все-таки найти, заклеить. А в комплекте с кайтом идут небольшие ладки. Это быстро и легко.